Вы по поводу кредита? Да. Присаживайтесь. Так, откуда вы о нас узнали? Один день сейчас прошу. Конечно, прямо здесь, в офисе. У вас паспорт с собой? Да. А вы пока ознакомьтесь с нашим стандартным договором. Прошу вас. Какая сумма вас интересует? 20. Да, это наша. Сейчас я сделаю ксерокопию, стандартный договор прочитать, чтобы потом вопросов никаких не возникало. Скажите, а цель кредита? Медицинская операция. Как, у вас проблемы со здоровьем? Нет, хочу сделать курсы. А, ну в наше непростое время инвестиции всегда самое правильное вложение. Ваш род деятельности? Дилер. Как там? Эльф 80 уровня. Цель кредита? Правильно. Орудие производства. А цель кредита не подскажете? Дочку замуж выдаю. Там платье какое-то себе нашла. И вот здесь на каждой странице ставьте вашу подпись. Вот ваши денежки. Поздравляю. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. А, да, кстати, вот, возьмите еще ваш билет до Магадана. В смысле? Ну, в смысле, через 2 часа у вас поезд, а по прибытии вас встретит сотрудник нашего магаданского стриптиз-клуба. Какой еще стриптиз-клуб? Вот ваши 20 тысяч. Спасибо, что отдали нам вашу почту. В смысле? Жду вас через 2 часа с золотой рыбкой. С какой золотой рыбкой? Из сказки. На этой странице написаны подробно все условия вашего 5-летнего контракта в нашем агаданском стриптиз-клубе в качестве стриптизерши. Вот же вы подписываете. Да вы не волнуйтесь. Операция по изъятию почки проходит быстро и безболезненно. Согласно непрочитанному вами договору, вы обязуетесь в течение 2 часов изловить ее для нас в Москва-реке. Так что приступайте к выполнению нашего с вами договора. Что вы вообще мне такое говорите, Лиза? Что? Это что, скрытая камера, что ли? Граждане, внимательно читайте то, что вы подписываете, чтобы не оказаться у разбитого корыта.